Всем привет, друзья! И вот в Киеве задержали мужика, который в Подольском районе Киева запускал фейерверки. И этому человеку теперь угрожает уголовная ответственность 5 лет. Вы вдумайтесь. Пусть даже может быть до 5 лет. Но я лично считаю, что это слишком строго. Слишком строго человеку. Даже может быть, если ему дадут условно, это очень строго и несправедливо, конечно. То, что 5 лет грозит этому человеку. Я бы лично дал бы штраф большой, да это деньги пошли бы на пользу. А теперь смотрите, сколько на осуждение этого человека пойдет ресурсов, зарплат прокурорам и тому подобное. И человек фактически уходит на зону. Общество теряет этого человека. Это мое такое мнение. Я лично считаю, что это очень строго. Есть более такие преступники, которые натворили для украинского народа больше зла, и по вине которых эта война. Их почему-то не садят. А этот запустил фейерверк, и его на 5 лет. Я лично не одобряю действия этого человека, но 5 лет я считаю, что это очень много и несправедливо. Смотря на всеобщую картину, которая происходит в Украине, когда те, кто призывал, те, кто коррупционер, те, кто фактически лишал украинскую армию оружия, они гуляют на свободе, так сказать, у масла и в шоколаде, а такие вот люди получают по 5 лет.